Всем привет, ребята, и сегодня мне выдалась такая возможность поиграть в The Escapist для PlayStation 4. Мне Рома очень много рассказывал об этой версии игры. Он говорил, что здесь просто игру полностью поменяли, обновили графику, обновили анимацию. И давайте прямо сейчас начнем играть. Запустим, наверное, сразу же третью тюрьму. И слушайте, ребят, давайте, наверное, добавим сюда только одного персонажа. Добавим сюда только Рому, потому что добавлять всех тех чуваков, которых я обычно добавляю, я буду просто реально пару лет. Да, через геймпад это делается все очень сложно. Добавим только Рому, и в принципе нам этого будет вполне достаточно. Как вы, наверное, уже помните, чтобы сбежать не с этой карты, команда мне в принципе не понравится. Для начала мне просто понравится лезть в вентиляцию. Ну ладно, это все по порядку. И, ребят, как вы видите, здесь просто, мать его, офигенная анимация. Итак, ребят, первый день. Давайте, наверное, прямо сразу же начнем дружить с Ромой. Прямо сразу же обыщем свою камеру, заберем бочку пинариума. Да ладно! Смотрите, мы забираем бочку пинариума, мы можем забрать еще потом молоток. Ой, какой молоток, господи. Носок с мылом, скрасить себе оружие. И еще там у нас есть зубная щетка. То есть, в принципе, сейчас я не буду бегать с переклички, потому что здесь, ребят, если мы прям реально на миллиметр отойдем, офицеры меня просто проклянут. Они просто за мной будут гнаться, наверное. Так что нет, я буду вести себя очень смирно и не буду никуда далеко уходить от них. В общем, сразу же мы подружились с Ромой. Версия для PlayStation 4, когда ты даришь бочку пинариума чуваку, у него просто прибавляется практически 50 уважения. Это просто офигенно. То есть бочка пинариума в этой версии игры, это просто, по-моему, самый ценный предмет. Да, с этой бочки пинариума можно просто, мать его, подружиться со всеми. Ладно, денег у нас пока что нету, так что давайте как-нибудь их будем зарабатывать. Например, мы можем взять парочку заданий. Итак, у нас просто офигенное задание, отвлечь чувака на завтраке. А завтрак у нас будет уже через 4 секунды. То есть мы уже немножко денег заработаем. Так, что там надо было ему? Молоток носке или что? Ему надо предмет супер молоток носке. Супер молоток носке — это у нас батарейка и носок. Пока у нас батарейки нету, ну ладно, надеюсь, в течение дня я ее найду. Все равно мы все камеры будем обыскивать, потому что нам, ребят, потребуется ложная решетка. Эта ложная решетка нам потребуется для того, чтобы нам беспалевно закрыть ту дырку, которая образуется в результате того, что мы сломаем вентиляцию. Так, веревка нам, в принципе, не потребуется. Не будем ее брать. И мы нашли сразу же один клей. Это просто офигенно. Давайте сейчас заточим, что мы гребень заточили зубной щеткой. Возьмем это как оружие. Хотя драться я, наверное, ни с кем не буду. Сразу же скрафтим себе... как называется? Папье-маше. Батарейка, батарейка, батарейка. Да ладно! Забираем батарейку, забираем скотч. Так, так, так. И давайте зажигалку тоже заберем. Оу, ребят, это просто офигенно. Только нас спалили немножко, но слава богу, за нами не погнались. Так, ребят, надо выполнять свою работу. Давайте зайдем в свой столик, возьмем швабру. По-моему, здесь за нашу работу дадут всего лишь нам 10 баксов. И на 10 баксов мы, ребят, ничего не купим. Очень осторожно надо быть, случайно не пройти через металлоискатель, потому что сейчас у меня есть просто офигенные предметы. Сейчас мы, значит, выполняем свою работу. Надеюсь, мы это успеем сделать до полуденной переклички. Потом мы, наверное, пойдем ко мне в камеру, спрячем там папье-маше. И, по-моему, у меня в камере был носок. Так что мы возьмем батарейку, возьмем мой носок и скрафтим супер молоток в носке. И уже на полуденной перекличке выполним еще одно задание. По-моему, для крафта супер молотка в носке нам потребуется 60 интеллекта. Оу, щит. Сейчас у нас всего лишь 30 интеллекта. И, господи, эти 60 интеллекта мы будем прокачивать просто полгода. Вашу же мать, это очень много. Ладно, пока запрещенный предмет оставим здесь. Батарейку, так и быть, просто оставим у себя в столике. Да, так что сейчас мы ничего скрафтить не сможем. Да, еще нам потребуется 20 интеллекта. Нет, 20 интеллекта мы все равно будем прокачивать очень долго. Так что пусть эти предметы пока валяются здесь. Что ж, еще есть целый час до полученной переклички. Давайте подружимся с рандомным чуваком. Все-таки это делается очень просто. И давайте, наверное, ребят, пока здесь вроде бы нету никаких офицеров. Да, только я сказал, они появились. Будем обыскивать камеры, потому что, чтобы искать еще одно папье-маше, мне потребуется найти где-то еще один. Да ладно! Да ладно, вот это везение! Во-первых, мы нашли еще один скотч, файл, вашу ж мать! Еще надо чашку забрать на всякий случай и зажигалку. О, щит! Чашку я забрал на тот случай, потому что вдруг нам ключ потребуется. Да, я не помню, как оттуда сбегать, надо все вспоминать. На всякий случай я эти предметы заберу. Офигенно, ребят, господи! Два скотча, два папье-маше. Господи, и один файл, это просто офигенно. Ладно, сейчас бы еще один файл найти, но это будет, по-моему, просто, господи.
Это будет такое везение, если мы найдем еще один файл. Ладно, надо бы украсть еще одну туалетную бумагу и скрать второй папье-маше. Ну, ладно, давайте сначала побудем на полдня переклички. Да, смирно постоим, возьмем задание. Так, надо избить офицера. Нет, не буду никого избивать. Я просто это не смогу сделать. Отлично, утренние переклички. Вот это да, вот это задание по нам. Вот это просто легкие деньги. Так, ребят, сколько там у нас денег? У нас всего лишь 10 баксов. Окей, это очень мало. Но, да ладно, у нас есть уже просто офигенные предметы. И больше мне пока что не надо. Окей, у нас остается еще 30 секунд, сегодня проверяет у нас. Вашу ж мать. Я просмотрел, кажется. Если я просмотрел, то это реально очень плохо. Не-не-не-не, вот. Сегодня шмонают у нас. Хоть бы не меня. Окей, моего ника здесь нет, так что давайте дождаемся, пока у нас закончится вечерняя перекличка. И нам надо украсть всего лишь еще одну туалетную бумагу. Так что давайте сейчас отправимся в ближайшую камеру, которую мы еще не обыскивали. Заберем всего лишь одну туалетную бумагу. Чуть-чуть не повезло. Окей, здесь у нас ничего нету. Значит, обыщем другую камеру. Так, чувак, надеюсь, у тебя будет туалетная бумага? Да ладно. В ПК-версии, по-моему, у каждого была туалетная бумага. Прям у каждого. А здесь ее нету. Окей. Да ладно. Да ладно, господи. Туалетная бумага, оказывается, не у всех. Туалетную бумагу еще и найти надо. Вот это вот, да. Вот этот поворот, вот этого я никак не ожидал. Так, чувак. Третий чувак, и неужели у него не будет туалетной бумаги? Да ладно. Вы что, серьезно, что ли? Хотя бы бочка пинариума, окей. Ну-ка, продавец, иди сюда. Давайте тебе бочку пинариума подарим, чтобы ты мне потом вещи по дешевке продал. Отвертка за 75 баксов, офигеть. Вот это вот цена у тебя. А, ладно, мы так радовались клею, и теперь не можем найти всего лишь одну туалетную бумагу. Я просто в афиге от этой версии. Но она мне чертовски нравится. И я что-то немножко не понимаю, как здесь вырубить камеру. По-моему, она просто не вырубается. Ладно, там у нас чувак слева лежит какой-то, но он лежит прямо под камерой. Не знаю, рискнуть ли. Окей, не успели. Ладно, ладно. Так, туалетная бумага. Вашу же мать, вы что, издеваетесь? Мы нашли два клея и не можем найти туалетную бумагу. Да ладно. Есть, ура. Еще бочку пидариума нашли, ладно, потом вернемся сюда. Сейчас, в принципе, я могу отправиться сразу на ужин, потому что запрещенных предметов у меня пока что не было. Ладно, надо спрятать бы наш папье-маше, потом я обязательно его заберу. Так, слушайте, а сколько у меня интеллекта? Интеллект у меня 100% упал. Для того, чтобы скрасить мне эту решетку, мне потребуется 30 интеллекта. Стоп, а что у нас характеристики не падают? В ПК-версии, по-моему, интеллект очень быстро падал, и к концу первого дня у нас уже было 28 единичек. Ладно, надеюсь, этот интеллект еще целых 3 часа не будет падать. И тогда после душа мы побежим в свою камеру, заберем папье-маше и быстренько скрафтим ложную решетку. Да, в принципе, это можно сделать и прямо сейчас. Тогда я ложную решетку сразу оставлю в туалете. И, господи, я надеюсь, что сейчас у нас интеллект не упадет, и мы быстренько эту решетку скрафтим. Так, папье-маше, иди сюда. Крафтим ложную решетку. Отлично. Просто идеально. Теперь мы идем на тренировку. Кстати, Рома мне сказал то, что здесь, когда мы качаем скорость, мы увеличиваем скорость атаки, и еще мы увеличиваем скорость бега. Да, так что здесь нам просто обязательно надо прокачивать скорость. Да, в отличие от ПК-версии, где мы качаем скорость, мы увеличим себе только скорость атаки. Здесь у нас скорость прокачивается очень быстро, мы очень быстро устаем, но это, черт возьми, делать немного сложно. Ладно, в принципе, мы уже практически устали, но ничего страшного, сейчас мы пойдем в душ. В принципе, что ж, ложную решетку мы уже скрафтили. У нас еще много файлов. И, ребят, давайте, наверное, после душа... Нет, стоп. Для начала надо оставить все предметы у меня в столике. А после этого мы должны вернуться на кухню и забрать там вилок. Да, с помощью этих вилок мы тоже сможем ломать эти решетки. И, как я знаю, здесь вилки, они просто офигенные. Они, может быть, наверное, в раза два лучше, чем в обычной версии. Окей, отправляемся в свою камеру, оставляем здесь все вещи. Зубную пасту, носки, чашки, зажигалки. Идем просто теперь в столовую. Надеюсь, здесь никаких офицеров нам не встретится. И подозреваемости мы наберем. Нет, всего лишь здесь подозреваемости. Ну ладно, сколько здесь у нас? 2, 3... Всего лишь 3 ножа? Ну, да ладно, в принципе, неплохо. Давайте... Оставим эти ножи у себя в камере. И, в принципе, где-то там в какой-то из камер я видел уже бочку пинариума. Да, так что давайте сейчас эти ножи оставим у меня. Нет, ребят, кстати, сначала надо забрать покрывало и повесить их на решетке. Да, чтобы ночью нас офицеры не палили.
Да, после этого нам придется скрасить еще куклу нашего персонажа. Так что, в принципе, у меня есть еще 2,5 часа. Сейчас мы наворуем покрывал. Надо было своровать еще одну подушку, кстати. Что я делаю? Что я творю? Все, подушку забрали. В общем, теперь 3 покрывала вешаем на решетки. И потом крафтим себе чучело персонажа. Так, нас немного спалили. У нас 74% подозреваемости. Господи, откуда столько много? Ладно, теперь мы крафтим чучело персонажа. Интеллекта, слава богу, хватает. И оставляем его сразу же здесь. Отлично. Что ж, давайте отправимся в ту нижнюю камеру, где мы видели бочку пинариума. Возьмем ее. И у нас здесь еще целых 1,5 часа, чтобы обыскать еще парочку камер. Господи, ребят, если я найду еще один файл, это будет просто офигенно. Это будет просто офигенная серия. Так, нашли одну бочку пинариума. Вроде бы все ребята ко мне относятся хорошо. Так что, блин, я, наверное, подружусь просто с продавцом, который будет стоять на вечерней перекличке. Оу, щит. Бочка пинариума, но здесь какой-то офицер рядом стоит. Все, ушел. Клей бочки пинариума просто замечательный, ребят. Просто отлично. Давайте, наверное, еще туалетную бумагу заберем. А то, как я понял, туалетная бумага здесь тоже предмет очень редкий. С кем бы мне подружиться? Ладно, бочка пинариума пока оставлю до переклички. А уже на этой перекличке с кем подружусь? Например, с продавцами. Ладно, есть еще у нас чуть меньше часа, чтобы обыскать еще парочку камер. Слава богу, здесь камер очень много, и шанс того, что нам попадется что-то ценное, по-моему, очень большой. Так, господи, столик надо сразу переставить в то место, где мы будем уже ломать эту вентиляцию. Остается у нас всего лишь 30 минут, решетка, ложная решетка у нас есть очень много файлов. И, о, что ж, господи, по-моему, мы... Нагло, мы очень нагло делаем, мы прям начинаем ломать эту решетку, даже когда у нас не наступил отбой. Сломали уже целых 30%, ой, господи, что мы творим? 50% уже сломали, офигенно. Так, не увлекаемся, идем на перекличку, потому что надо обязательно туда прийти. Надо обязательно посмотреть, кого они сегодня будут проверять, и, возможно, даже взять некоторые задания, если они будут легкие. Окей, здесь у нас клей, 300 баксов, скотч 300 баксов стоит. Ну ладно, эти предметы пока что мне не нужны. Ладно, ребят, какие там у вас задания есть? Что-нибудь легкое у вас будет? Окей, у меня много очень заданий, ладно. Может быть, от чего-то откажемся? Дать супер молоток на носке. Так, во время упражнений. Избить офицера. Я не буду это выполнять. Откажемся от этого задания нафиг. Так, давайте посмотрим, какие еще задания есть. Нет, 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 не буду никого избивать. Эх, тоже избить какого-то чувака. Нет. И фольгу. Собрать фольгу? Нет, 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 тоже нет. Отбирать и избивать я никого не буду. Так что, ребят, все, давайте просто ждем окончания вечерней переклички. Остается всего лишь 2 секунды, все окей, идем в свою камеру. Двери сразу же у нас закрывают. Оставим бочку пинариума у меня в столике. Берем один файл и, в принципе, начинаем ломать эту решетку. Вернее, доламывать. Там осталось, по-моему, уже всего лишь 40%. Так, что ж, ножа нам этого, скорее всего, не хватит. Так, 25%. И все окей, теперь будем работать файлом. Отлично, вроде бы офицеры меня не палят. Залазим наверх. Закрываем за собой, обязательно закрываем. И начинаем ломать уже вторую решетку. Так, 67% файла остается. О, щит, а что у нас файл очень быстро ломается? Так, стоп, если мы сделаем еще один удар, у нас файл сломается, так получается? 1%. Все, окей, что-то здесь файл очень быстро ломается. Так, файл мы оставим в вентиляции. И что ж, что мы уже потратили 60% прочности у нашей решетки? Оу, щит, окей, там стоит всего лишь 40% прочности, но, да ладно, в общем, ребят, просто офигенный день, за этот день мы практически сломали целых 2 решетки, ну, что ж, ребят, все, давайте ложимся спать, и, ребят, если вам понравилась эта серия и The Escapist на PlayStation 4, то можете поставить лайк, позвать друзей, ну, а с вами был Дима, и всем пока.